Окей. Алло? Вот, да все нормально, уже снимай, успокойся. Вот так вот мы О, делали. Нас уже снимают, смотрите. Вот так вот мы делали Максу понтовый кет. Вот он. Эта история должна войти в историю, спросите. За туфтологию. Все мы крутые. Вот, мы тут кое-что проверяли. А вот он сам баллончик. Баллончик, баллончик. Наши понтовые трафареты там лежат. Положи, не показывай пока. Но скоро они все узнают. Так. Мы завоюем мир и заселим его тысячами эмо. А начнем с моего кеда. Начнем с моего кеда и напишем на нем слово. Да, прям так, блядь, он то вылюбит. Так, слегка проведи. Ты не провел до конца, ну ладно. Пойдем. Самое важное уже осталось. Вот через пару секунд Макс... Алло! Через пару секунд ты выглядишь, блин, как арабский террорист или китаец во время... Предупреждаю! Предупреждаю! Во время куриного гриба. Мы заселим гамбург, мы запишем, мы распишем гамбург. Пойдем пока покажем нашу банковую фигню. Да нифига, вообще. Пойдем, наша первая работа. Черт, вот ебать. Вот эти мамишные покажем были. Вот. Угадайте, кто бы это мог быть. Да. Ну-ка, отойди со света. Во. А все-таки крутая вещь, да? Да, да. Это спонтанная фотография, вот. Пойдемте обратно к кеду. Так, что же у нас тут творится? Так, трафарета нафиг. Подожди, сейчас я. У меня же специальный инструмент для этого есть приготовленный. Садистский инструмент. Так, как насчет кеда? Его надо, по-моему, уже это. Я там говорю. Итак, наш супер-хутер канцелярский нож. Я долго вырезал этот трафарет. Клянусь богом матерью, я это самое. Это единственный трафарет, который Макс на сегодняшний момент вырезал. Но он, по-моему, самый наш удачный вообще. Нет, самый удачный все-таки с твоей Харри был. Да, самый удачный Харри. Но все равно я принимал активное участие. Еще, ну, еще посмотрим на пятачка, кстати. Так. Осторожно, отковыривай буковки. По-моему, еще рано, еще не засохло. Ну и пофиг. Главное, скотч отковырни. Сейчас. Тебе даже шнурки не испачкали, прикинь. Ну блин, хули. Вот мы. Вообще, я думаю, маркером написать это было бы проще. Да, но нам же надо было понтануться. Да. Тем более, маркером не так круто. Не, маркером тоже круто. Маркером тоже круто, но не так круто. Такс. Так, запись уже 3 минуты идет, мы крутые. Да нет, оно все смогло. Ха-ха, реально круто. Вот тебе надо там болтаться будет. Ну и пускай, нафиг я. Вот ляпаешься мне. Нафиг секс. А, вот она, вот она, вот она. Ой. Нет, все нормально. Вену перерезал, ну прямо. Он не уважает культуру эмо. Я ее терпеть не могу. Все эмо лохи и пидоры, кроме Макса. Макс не пидор, он просто лох. Пошел нахуй, кто бы это говорил. Я. Лица всех растаманов земли. Ты сам-то не растаман. Ну и что? За тот лицо я говорю. Потом тебе надо будет клей отобрать отсюда. Да, это точно. Клей у тебя хороший, кстати. Я благодарен твоему клею. Да говно клей, на самом деле. Клей говно, но он вот, сработал. Наслаждайся. Вот такая прелесть. Итак, Оля, картина готова. И мне? Мы на дело идем. Не надо будет больше ходить в тапках. Да, это даже лучше просто. Кстати, тапки не в этом рюкзаке, да? Да, тапки в рюкзак. Ну ладно.